Ровно 2 года назад, в октябре 2014 года, дом номер 9 на улице Петрова в Чебоксарах признали непригодным для проживания. Один подъезд в нем треснул от фундамента до крыши. Жильцов переселили в маневренный фонд, и сейчас они ждут новых квартир взамен утраченных. Старый дом разобрали, на его место строят новый. Каким он будет, интересовались многие горожане, которые дозвонились на прямую линию в столичную администрацию на прошлой неделе. Сегодня журналистам рассказали, что происходит на стройплощадке. Главное условие договора с жильцами бывшего дома после завершения строительства нового – они без оплаты получают в собственность жилые помещения площадью не менее ранее принадлежавших им квартир. За приобретение помещения большей площадью, чем ранее, производится доплата. Всего 368 квартир, из них 62 двухкомнатные, 112, будем говорить, малогабаритные, остальные простые однокомнатные квартиры. Около 160 квартир передается жильцам, которые раньше проживали в этом доме. Это безвозмездно передается 3,5 тысячи квадратных метров. Вот. Остальное – коммерческая часть, за счет чего, в общем-то, и ведется строительство дома. Дом будет 18-этажным, из которых 16 жилых, один технический и один парковка на 58 машин. Монолитно-каркасное здание с облицовкой из кирпича, по мнению подрядчика, должно получиться очень красивым. Работы на объекте ведутся полным ходом, однако отставание от графика есть, и вызвано оно тем, что до начала строительства пришлось переносить очень много подземных коммуникаций. Сейчас стройка началась, вышли уже на серийные этажи, это, естественно, будет ускоряться. И отставание графика, которое было изначально зимой, я думаю, что до конца года оно будет отработано и выйдут в график строительства. Обещают, что старые жильцы смогут вернуться в новые квартиры в третьем квартале 2017 года.